Благоустройство, строительство дорог, отсутствие новых жилых домов и высокие тарифы на услуги ЖКХ. Жители села Навгай рассказали об основных проблемах своего района главе Камчатки Владимиру Солодову в ходе его рабочей поездки в Быстринский район. Парадоксальная ситуация сложилась с возведением фельдшерско-акушерского пункта. Жители просят не строить новый, а отремонтировать старый. Выбранное место под новый ФАП категорически не устраивает жителей. Оно находится на отшибе, около кладбища. Поэтому единодушно было принято решение о том, что лучше мы оставим ФАП в действующем здании, проведем капитальный ремонт, на высвобожденные средства сделаем новый гараж, в котором можно будет машину парковать. И это всех устроило. Действительно, тот редкий случай, когда с душой относящиеся к делу и к хозяйству врач, медицинские работники, на самом деле могут даже в достаточно старом здании создать все необходимые условия для обеспечения здоровья наших жителей. Неприятно удивила главу региона ситуация с высокими коммунальными тарифами. Те цифры, которые сегодня озвучивались, конечно, запредельные. Будем работать особенно по водоканалу. После того, как был передан местной обслуживающей компании в Петропавловск-Камчатский водоканал, многократно вырос тариф. Будем с этим разбираться. То же самое с тарифом на вывоз мусора. Сами жители Навгая, которые присутствовали на встрече с главой региона, отметили, насколько важно внимание к отдаленным селам со стороны краевой власти.